прошлую среду, 25 июня, от здания железнодорожного вокзала, что в поселке Майск, осталась куча строительного мусора. Около 10 лет назад помещение сожгли, и оно стояло заброшенное. Пассажиры стали пользоваться остановочными павильонами. В дирекции ВСЖД по телефону разъяснили нам, что вокзал стал аварийным объектом. Теперь место будет пустовать. Пассажиропотока нет. Нет смысла в эксплуатации вокзала, когда там нет пассажиров. Местная молодежь к этому факту отнеслась равнодушно, а представители старшего поколения помнят, что Майский вокзал на последних этапах строительства города был главной остановкой. Знакомство с молодым Ангарском начиналось именно отсюда. Тогда величественное здание было внутри отделано мрамором. Ну, наш вокзал довольно-таки давно стоит уже без действия. Ну, он его как давно сожгли уже. Ну, и он давно уже не принимает пассажиров. И моя бабушка, говорит, пару раз ездила как таковое, и все, после этого его прикрыли. Более полувека назад молодые горожане построили сквер за вокзалом и приходили туда отдыхать. Сейчас там трамвайное кольцо и пустырь, заросший сухой травой. Студенты, жившие в так называемой старой части города, уезжали отсюда на учебу. Теперь вокзал сравняли с землей. И вскоре об исторически значимом для города объекте наверняка никто не вспомнит. Яна Попова, Дмитрий Новопашин. Местное время.